Владимир Путин посетил павильон Приморья на выставке «Россия». Экскурсия по экспозиции дальневосточного региона началась со знакомства с национальным парком «Земля леопарда». Президенту рассказали о его разнообразии и обитателях. На сегодняшний день в парке насчитывается до 125 взрослых особей. Только за последний год родились 13 котят леопарда. Глава государства прошел по иммерсивному коридору, где можно почувствовать себя в настоящем лесу и своими глазами увидеть леопарда. На выходе из тропы леопарда Владимиру Путину представили главные достижения края. Особое внимание было уделено развитию спорта.